Ну что, итак, у нас у Сары новая игрушка. Сара, что это такое? Лего. Лего? Да. Точно это Лего? Да. Там как какой-то можно город построить. Мы с ней заехали в магазин после зоопарка. Да. И я ей сказала, выбери что-нибудь себе. И вот она выбрала. Сейчас мы будем смотреть, что это у нее. Ты же блогер, рассказывай нам. Кстати, у Сары тоже есть канал на YouTube. Я помещу ссылочку. Называется Сара Гейн. Сара Гейн называется, вот. Ну, ты сможешь его открыть или тебе помочь? Помочь. Вот так надо. В принципе, тут скотч или мама. Ну, давай я помогу. Ну, вот открыли мы. Пока мы ехали из зоопарка, Сарочка у нас уснула. Вот, а теперь проснулась. Больше спать не хочешь? No. Видите, она все знает. Я говорю, у нас бы не рассыпалось ничего. Она говорит, а там все в пакетиках. А я вот даже не знать не знала, что это в пакетиках там. И обязательно инструкция. Ты знаешь, как собирать? Инструкция есть? А, есть, точно. Она мне все сказала, говорит, должна быть инструкция. Без инструкции, говорит, ничего не построить. А вот теперь, видите, все тут. Надо же. Ты когда-нибудь строила вообще эти городочки-то из лего? Да, у меня в Казахстане их полно. Серьезно? А чего ты строила такое самое-самое тяжелое? Самое-самое тяжелое, это да. Я строила автобус. И построила или кто-то помогал? Деда помогал. А, деда. Ну, без деда мне никак. А деду как звать? Юра. Деда Юра. О, так. Наверное, на полу, чтобы было все, а не на ковре. Девочка-то в сапогах, ты посмотри, качу. Ну-ка, пока, дай посмотри. Какая девочка-то. Ковбойка. Cowgirl. Ты посмотри, сколько здесь у тебя всего. Тут, наверное, написано, что открывать первым, что вторым или нет. А вот же лошадка. Ну, давай посмотрим. Ну, давай, как там, с чего начинать-то? А у нас она и была собрана, даже не надо. Ты представляешь, девочка даже разбирается. И парик, и все. Все разбирается. И пел. Даже собачка разбирается. Оп. Берет. Как-то прям сильно, быстро раз и как... хломала. Как кукла. Раз и починила. На чем строить-то будешь? На какую-то картонку, наверное, как ты думаешь? Или на пол. Сначала нужно вот эту лошадку освободить. Ну вот же она, картонка. Только я пакет не могу открыть. Не можешь, сейчас открою тебе. Лошадка симпатичная, да? А что это за дырочки такие у нее? Сюда, наверное, на нее можно садить. А, седло. Господи, все знает, девчонка, все знает. А там что? На собаку? Парик. А, это на девочку, наверное, да? Чтобы если она будет... Если она на лошадке будет кататься. Ой, посмотрите, как она быстро все это разбирает. Ну, видно сразу, что она с этим дело имела уже. Ты посмотри, какая девчонка в сапогах. Ее если поставить на пол, она будет стоять, да? Ну-ка попробуй. Ну не на ковер, а на пол. Ого. Ну-ка. Дальше это тоже не стоит. Ну правильно, если зато ты на ковер. Собака стоит. Это на ковер ставишь, надо на пол ставить. Собака вот. Стоит. Лошадка? Лошадка тоже, кстати, разбирается. Ноги разбираются. Да. Лошадка тоже стоит. Так как это должно все выглядеть вообще? Это ферма? Это ферма, я так понимаю. Да, это ферма. Это вообще-то... Вон, видите, как
И в конце уже, ой, тут все по деталькам. Ну пошли в конец. Ну давай в начало. Да, в начало. Да, да, я просто хотела посмотреть, на. Слушай, тебе здесь будет неудобно, тебе надо какую-то картонку надо дать, да? Зачем? Ну а как ты будешь здесь ставить? Или нормально? Тут такое все мягкое. Ну давай. Надо 8 частей. Ну, вот такой. Какой пакет первый надо раскрывать? Там, наверное, написано, какой первый пакет-то, нет? Ну-ка, дай посмотрю, что почитаю. И Винсент-то с нами сидит, смотрит, что тут мы собираем. Oh, you can put these together. Да. Go like this. Go like this, look. Yeah, but you gotta look here, what to do. Oh boy, they're hard. Look. Mm. It looks like see on a box. Oh. Винсент говорит, как это должно выглядеть? Я говорю, вот как на коробке. Oh yeah, that's pretty cool. Yeah. Show it to us. You got a roof. Yeah. Got the horsey. Mm-hmm. You have a horse blanket for him? Everything. Yes. Yeah, you got a horse blanket too. Cool. Put all this stuff here. That's a lot of parts. Yeah. She said she did it back home. Big things. Yeah? And Lego. You built these before? See, she understands. Yeah. She understands more than she can talk. Yeah, she's tricking us. Good. Here, look. Build. Тебе нравятся лошадки? Yeah, of course. Mm-hmm. Horses are fun. Let's build. Come on. I'll help you open up. Винсента сам не против поиграть тут еще. Oh, she's got better fingers than me. She's not getting you open. Look. Oh, see? She knows better. She knows how to open it. Oh, no. Oh, you're going to have to open that up for me. I can't do it. Видишь, он не смог открыть, а ты смогла. You got to open it for me. Пакетики все в сторону отложи, чтобы они тебе не мешали. That was tough. She knows how to do it. I'll look at this, see? Strong fingers. That's a tough one. And I couldn't get it either. Okay. Oh, here, I'll help. Oh, that's tough. Let's try the other side, maybe it's easier. Oh my goodness. That was hard. Okay. Very hard. Все по отдельным кучкам-то раскладывает. Из каждого мешочка все отдельно. Звездочку какую-то достала. Что это за звездочка-то у тебя? Для чего? Не знаю, открыть ее надо, чтобы смотреть. Главное, чтобы ее открыть. Для чего эта звездочка-то вообще? А, это для лошадки. Вот так вот мыть его. Обалдеть, ты посмотри, что делается. Ты можешь поменять, короче, ей. Такую сделать лошадку эту праздничную можешь сделать. Нет, ее так мыть надо, смотри на картину. Нет, не мыть. Это специально сделано, чтобы лошадка была вот так красиво, видишь? Нет, ну видишь, ее там вода налита, ее так моют. Точно, смотри-ка, все знает. Это нам мыть ее так. That's right. Let's see if I could see how to do this. Винилек. Сейчас Винни тебе будет помогать. Oh, let's see. Got the, do you have the red roof stuff? This is all the roof here. Yeah. This is all roof. Видите, разбирает, где крыша. Where's the arch? Here's one of the arches. Here's another arch. It's a lot of parts. And it has a green bottom. This is a green. This is green. Wow, look at all this stuff. Посмотрите, девчонка-то построила тут. Что это на траве? Что-то, я не знаю, какой-то агрегат с овощами. Это лошадки корм. А, это корм для лошадки, все поняла. А поставь ее, чтобы она стояла.
Лошадка-то у нас как? Теперь голодная не останется. Ой, посмотрите, как она собрала вообще. Сарочка, какая ты умница вообще. Сейчас я посмотрю, вот а там на коробке то же самое. Вот, пожалуйста. Это такой домик для... Кормушка для лошади, да, это? Да. Обалдеть, вы посмотрите, какая она умница. А веревочка это что такое? Для чего? А, там она, вон она где висит, видишь? Я довольна. Для лошадки. Какая красота. Ну вот, одна часть готова. Теперь весь замок надо строить. Это ну, весь замок, дома. Это ферма. Весь замок. Вот смотри, тут что? Нужно для собаки дом построить. А вот такую построю еще с лесенкой. А тут у нас лесенка. Просто, наверное, да? Смотри, какая фотография здесь, девочки. Кстати, я знаю. Обалдеть. Да, фотографию-то я видела. Надо было твою фотографию-то сюда. Да. Они девочки. Ну, это же девочка сама. Вот ну, это да. Вот. Ну да, это она и есть. Точно-точно одно лицо. На. И собачка. На, держи. У Сарочки просто как грибы растут эти здания. Посмотрите, что у нее. У нее теперь для собачки, а в этой там мисочке косточка лежит для собачки. И цветочки там растут. Боже. И лошадка-то у нее кушает. Вы посмотрите, что у нее тут делается-то. Девочка собирает, все собирает. Вот умница-то. Ну, хвастайся. У меня готово три вещи. Так. Это домик собаки. Так, домик собаки. Давай на полу лучше будет видно. Домик собаки. Домик собаки. Кормушка для лошади. Так. И ферма. А лошадь-то что валяется? Голодная, что ли? Да, голодная. И собачка упала тоже, ты ее не кормила, видимо. У них не хватает уже энергии здесь. О, ты посмотри, чего и Леечка там есть. Ой, я прям боюсь, ты за сегодня все уже соберешь. Я думала, неделю надо собирать, а ты посмотри, как быстро. Раз, вот и мама у нас присоединилась. Один, два. Да. Ты нашла уже? Нет. Так, вот это одна. Маму из-за компьютера мы выгнали. Так, вторая где-то здесь. Мы строим ферму. Вот. И затем 4. А у тебя все кучки-то что-то уже по-разному этим. У тебя раньше было все кучками. Это, наверное, я помешала. Сара, вот это что такое? И плоская одна должна быть. Какая плоская? Вот такая. А я ее уже скрепила. А, ну вот все нашла я все. А вот еще плоская, смотри, это нет? Нет, это не та. Все, Сара, вот смотри. Нет. А вот таких две надо найти. Да, таких две. Тебе... Вот вторая. Так. Все. Все дошли. Тут и Винсент ей помогал. Да? Да. Пока ты там за компьютером сидела. Ну это интересно. Мы один раз такой замок собирали большой. Она говорила, да, говорила, что замок. Прям вообще огромный. Серьезно? А потом куда? Собирали. Он стоял собранный. Ну там и остались они. Угу. Ну она очень хорошо понимает в этом. Она очень быстро собрала вот эти вот всякие. Молодец. Да, сегодня одна пицца и два блогера. No pictures, why no pictures? Yes. Не, он не сказал no pictures. Нет. А я сняла уже. А. Да. Могу еще снять. Винсент у нас принес пиццу, и Сарочка пиццу будет сейчас кушать.
Сарочка, как хоть ты не устала-то? Столько вот в этом зоопарке прыгала-прыгала и до сих пор танцует. Надо же. Вот какая столько у нее энергии. Девочки мои уезжают после выходного. Спасибо за все. Пожалуйста. Супер, Сарочка моя. Сара, тебе понравилось в гостях? Ага. Класс. Ты опять в пятницу приедешь? Вот она пришла в пятницу. И в пятницу и приехала. У меня даже на канале я говорила, ко мне приедут гости, они говорят. Если в пятницу, значит Сара. Все так говорили. Сарочка, давай обниму тебя, маленькую девочку. Малюточка. Ну, давайте. Сейчас я подожду. Вот видите, у них конь. Булатный. А на улице просто вообще благодать. Благодать. Сейчас они поедут потихонечку. Бай! Ну ничего, в машинах такое бывает. Давай, будешь играть, да? Давай, Женечка, все, пока. Спасибо за все тебе. Давай, приезжайте еще. Хорошая операция. Посмотрите, она какая красивая. Синяя майка. Петуха. Да. Удачной операции. Спасибо. Все. Не бойся, все будет хорошо. Спасибо. Следите за новостями. Да. Полезное спасибо. Видео. Я тоже очень люблю про операцию смотреть. Да. Наташа будет каждый день снимать видосики. Да. Как она будет лететь. Скоро проходить. Будет операция. Да. Скоро.